А челлендж Бравл Старс, например, на нового героя. О, это можно! А у меня есть щит. Классно тебе. Это моя суперсила. Давайте. Сейчас посмотрим. Так, давай. Так, где-то враги. Кто тут? Ну иди сюда. Так, давай. Получи, получи. О, ребятки, снова битва Бравл Старс. А реальный челлендж хотите? Да не очень. А челлендж Бравл Старс, например, на нового героя. О, это можно. Ну и чудненько. Значит, сегодня у нас челлендж на Джеки. Так, ну мы готовы. Интересно, что она нам придумала? Ну, мальчики, готовы? Ой, Тим, что это у тебя за обнова? Круто! Это я на все майки Ру заказал. Классно! Я еще не видела таких. Прямо какой-то 3D принт. Да, 3D принт. И это индивидуальный дизайн. А еще у меня тут есть кое-что. То-то-то-то-то. Это что? Леон Ворон? Откуда такой дизайн? Да, там большой выбор. А для всех наших подписчиков есть скидка 15% по промокоду SuperTima31. Все подробности читай в описании под видео. Круто! Я себе там тоже что-то присмотрю. Ну что, начинаем челлендж? Готовы? Давно готовы! Сегодня будем угадывать бравлера с закрытыми глазами по голосу. Ого! Ничего себе придумала! Вы будете угадывать 10 бойцов, и у каждого будет по 3 попытки. Кто угадает с первой попытки, получит 3 очка. Кто угадает со второй попытки, 2 очка. Ну а если угадает с третьей попытки, всего 1 очко. И победит тот, кто наберет больше баллов. И победитель получит донат? Да, донат на нового бойца, на Джеки. Готовы сражаться за Джеки? Да! Ну тогда, let's brawl! И ребята, тоже участвуйте в челлендже. Если удастся вам угадать всех бравлеров, жмите лайк. А если кого-то не сможете угадать, напишите об этом в комментариях. Итак, первым будет начинать Тима. Держи повязочку. Ты будешь угадывать бравлера закрытыми глазами. У тебя 3 попытки. Попытка номер 1. Итак, слушай внимательно. Кто это? Let your spirit soar. Это босс. Yes! Let your spirit soar. Правильно, это босс. Я по тону голоса узнал. Снимай повязочку. И Дима зарабатывает первые 3 очка. Поздравляю. Поздравляю. На. Первая попытка у папы. Папа, повязочка тебе. Поехали. Eat my scrunchie. А Тима тоже не догадался? Чё? Ай, папа не догадался. Нет, папа. Нет. Еще раз. Все, у папы вторая попытка. За вторую попытку только 2 очка. Слушаем внимательно. У меня есть предположение. Ребята, бравлеры, пишите. Нет, Тим, ты не подсказываешь. Это папин герой. Давай, папа, угадывай. Так, это Эмс? Да. О. Да. Да. Ну, у меня нету такого героя. Я поэтому не знаю, я не играл. Ну, папа зарабатывает 2 очка. Поздравляю, поздравляю. Ну, уже что-то есть. Не так это просто, кстати. Так. Итак, Тима, одевай масочку, следующий боец твой. Я готова еще 3 очка заработать. А, нет, ты проиграешь сегодня. Ой. Давай, слушай очень внимательно. Давай.
Итак, внимательно слушай. Сейчас кто-то пукнул. Это никто не понял, я догадался. Я знаю, кто это, я знаю. Не подсказывай, не подсказывай. Я знаю. Так. Тимаш покраснел под маской, а угадать не может. Нет, Тима? Вторая попытка. Да, давай вторую. Итак, слушай внимательно. Точно то, что я думаю. Ребята, пишите в комментариях, вы догадались, кто это? Я догадался, у него тоже нету такого. А, нет. У него нету. Ага. Тима, нет? Третья попытка. Я еще думаю. Да какая, сколько можно? Ну там, если не знаешь, сразу не догадаешься. Ну все, третья попытка. Ладно, давай, у тебя есть еще шанс заработать еще одно очко. Слушай, давай. Внимательно. Я понял, это как зверь какой-то. Я знаю. Сдаешься, Тим? Сдаешься. Ладно, давай, сдаешься. Тима сдается. Ребята, это... смотрите, кто это, смотрите, кто это. Это все Фрэнк. Угнали? Это Фрэнк, не угадал. В этом раунде Тима во втором раунде не получает очков. Одевай масочку, папа. Твоя очередь. Мама, давай папа какого-то мифика. Я сама выбираю произвольным образом, чтобы вы не видели. Итак, папа готов? Да. А, я знаю. Нет. Я знаю. Нет, без подсказок. Папа угадывает. Так. Ты так просто? Не знаю, давай еще раз. Вторая попытка. Привет. А, я понял. Динамайк. Та-та-та-та. А, нет? Нет, папа, мимо. Папа, последняя попытка. Давай. Да кто ж это такой? Это я как-то уже сомневаюсь в том, что я думал. Все, папа сдается, открывай масочку. Да, я сдаюсь, да. Открываем масочку. Я думал, что это Карл. Нет, Тима тоже не угадал. И это мистер Пи. Слышал такой. Папа во втором раунде не получает очка. Это он не слышал такой. Нолик. Как писк. Третий раунд. Тима, масочка твоя. У тебя есть шанс заработать 3 очка. Тима впереди. Тяжело это все делать, казалось. Казалось бы. Тима готов? Да. Давай. Ну, у меня его нет, это 100%. Я не знаю. Я думаю, что это Би. Нет. Нет, вторая попыточка. Я все, что не знаю, я думаю, что это Джеки, которая еще не выжила. Нет. Третья попыточка, Тим. Не, сейчас. Ладно, давай третью. У меня его по-любому нету. Вот мама вам выбирает. Вот это да. Вот это мама выбирает, да? Ну все, Тим, ты не угадал. И, ребята, а вы угадали, и это Макс. Это Макс, ребята, это Макс мифический. Макс. Да, она специально выбирает того, что у нас нету. Откуда она знает? У Тимы нолик. Папа, одевай масочку. Ребята, не позорьтесь. Бравлеры, не позорьтесь. У папы есть шанс вырваться вперед. Да. Так, ну давай. Давай, папочка, давай. Nap time. Тима, не подсказывай. Молчи. Отдашь победу папе? Есть вариант. Классно тебе, у меня нет. Давай следующий. Вторая попытка для папы. О, это Сэнди. Подсказка была очень такой красивой, хорошей. И папа зарабатывает 2 очка.
ребята, раунд номер 4. Погнали. Так, Тимы, у Тимы шанс. Давай, Тима, давай, давай настройся и слушай внимательно. Ворон! Да, да. Ну, у него есть ворон, он знает, как он... Да этот кар-кар! Кто не услышит этот кар-кар? Ну, я бы, может, и не угадал. Все, Тима, 3 очка! Теперь у меня их 6. Я опять лидирую. Ты вырываешься вперед, вот. Но у папы есть шанс тебя догнать. Папа еще в 4-м раунде не угадывал бойца. Папа, давай. Эх, поехали. Твой боец. Слушай внимательно. Давай. I believe you got boned. Но это не он. Вот я сначала подумала, но это не он. И Тима тоже, кстати, не знает, судя по всему. Да. Вторая подсказочка. Да, 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 да. Слушаем внимательно. Fly free, my pretties. Я между двумя персонажами. Ну, Тима угадывает папа. Папа. Так, это Карл. Мимо папа. Мимо. А, тогда я знаю, кто это. Мимо. Хитрый. Давай еще раз. Третью подсказочку. Да, да, да. Слушаем внимательно. Creatures of the night. Я знаю. Я уверен на 100%. Но отвечает папа. Да, папа и не знает. Папа не знает? Ты сдаешься? Значит... Ну да, да. Значит, да. У папы ноль, Тима шанс. Мортис. Есть. А, я Мортисом без звука всегда играл и очень нравился. Да, Мортис. Но тебе не засчитываем, Тима, 3 очка. Это был папа. А какие боец... ему 3 очка? Ну, у папы ноль. У папы ноль. Итак, пятый раунд. Давай, Джеки, будет моя. Тима угадывает. И слушаем внимательно. Чё? Чё это было, да? Чё это было, Тима? Ну, судя по голосу, это что-то похоже на Карла. Нет, мимо. Слушай, вторая попыточка. А, давай вторую. Птица какая-то. А нет, не угадал. А, я, кажется, знаю, кто это. Третья попыточка, Тима. Давай третью. Тима не знает. Динамайк? Тима не знает. Нет, а папа? Я тоже думал Динамайк. Нет. А это? Открываем, кто это? А это... Джин! Это Джин! А у тебя Джин есть, у меня нет. Типический Джин! Из-за него я так полгода не играл. У Тимы ноль. У папы есть шанс вырваться вперед. Итак, давай. Боец для папы. Mr. Bat wants to play. А, ну я знаю, кто это. Ну, угадывает папа. Я играю с ним где-то. Ты подсказываешь папе. Так, Шелли. Мимо, папа. Мимо. Слушаем вторую подсказочку. Давай. А, Биби. Да, yes. Да. Папа зарабатывает 2 очка. Я точно знал, что это девушка. Ну, тут, конечно, не угадать. Шестой раунд. Половину челленджа вы уже преодолели. Кто же будет сильнее? Но! Чё сравнялся? Сдавай! Экватор! У Тимы 6 и у папы 6. Давай, Тима, угадывай. Шелли? Нет! Мимо! Нет, мимо! А, все, я знаю. Вторая попыточка? Да, давай. Ну, знаешь, можно звать. Роза. Да. Роза! Ты угадал без второй подсказки? А, да! Зарабатываешь 3 очка! Есть! Поздравляю! Я думал, между Шелли и Розой вот у меня. Ты угадал, папа одевает масочку. Сможет ли папа... догнать Тиму по очкам. Итак, слушаем. Я знаю. Ну, я тоже знаю, это 8 бит. Мимо, папа, мимо. А кто ж ты? Мимо. Тогда я знаю. Так он тоже. Я знаю. Но называет папа. Сейчас я скажу.
Что ж там еще с электронным голосом? Ну, давай второй подсказочку. Давай, давай. Вот я сейчас думаю между двумя. Так. Папа, третья подсказка? Не-не-не-не-не-не, сейчас я скажу. Так, а кто ж там с таким голосом? Ребята, бравлеры, пишите в комментариях, угадали или нет. Папа, третья попытка. Давай. Да? И внимательно, третья подсказка. Do not run away. Не убегай. Нет, папа, нет. Так кто ж там с таким электронным голосом еще? Заешься? Сейчас, подожди, не могу вспомнить. Вот я догадываюсь, вот я так догадываюсь, прямо догадываюсь. А, подожди, это Барли. Нет. 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 Нет, а кто? Ну все, папа, все. Ну давай. Ну давай попробуем, Тима. Это Рико. Точно. Это Рико. У папы нолик остается. Нолик, нолик. Мне уже девяточка. А? Ребятки, седьмой раунд. Итак, угадывает Тима, слушаем внимательно. Давай. Это Тара. Точно. Да, Тара, точно. Точно. Тут нереально не угадать. Да, это у нее только такой. Точно. 3 очка. У Тимы еще плюс 3 очка. Поздравляю. Чего себе ты оторвался? Ну ничего. У меня уже 12. А у меня всего лишь 6. Так, давай. Боец для папы. Итак, папа, слушаем. Внимательно. Так, другой. What's this? Ага, папа. Ну, знакомый. Знакомый прям. Очень знакомый. Перезнакомый. Ну, оно, папа. Так, Кольт? Нет, слушаем вторую попытку. Слушаем. Sneaky time. Ребята. Я сейчас между двумя думаю. Нет? Нет. Третья подсказка. Invisibility. А, это Леон, нет? Да. 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 И папа вырывает одну очку. Invisibility. Я думала, что это Пэм. А Тима не угадал. Да нет. Тима. У Пэм вообще другой, да. Ребята, 8-й раунд. Папа немножечко сократил расстояние, но пока Тима лидирует. Итак, Тима угадывает. Тима, слушай внимательно, привнимательно. Это Карл. Да. Да, Тима, еще 3 очка. Еще 3 очка. Папа. 15. У него легкие, герой. Выбираю произвольно. Давай, папочка. Не знаю, какие из них легкие, какие нелегкие. Но погнали. Готов, пап? Да. Давай. Ну, я догадываюсь. Я вообще даже... Ну, я догадываюсь. Ну, видно, что у папы был долго невезучий аккаунт, и было мало игроков, да? Да нет, я без звука просто играю в основном. Ребята, а вы играете со звуком? Ну. Я играю со звуком. Давай. Вторая попытка у папы. Gotta get that loot! О, ну я уверен на 100%. Папа, битва за Джеки, папа. Да. Третья попытка. Это не Пока случайно? Нет. Нет, это не Пока. Третья попытка. The box goes boom! А, не, все, я знаю. Я сначала послышу, а там другой сказал, но нет. Ну что, папа? Да, ну что, папа, нет? Ты сдаешься? Тима. Кольт. Нет! 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 Нет, ребята, а кто это? Смотрим, кто это? Кто и это Брок! The box goes boom! Это Брок! У папы очередной нолик! Папа, очередной... И Тима не угадал! Нет. И Тима! Ну, это было... И 9-й раунд! Предпоследний 9-й раунд! Давай! Так, ну давай, я не знаю, какой же тут сложный, какой же тут будет сложный. Ну, даже не знаю. Так. Так, ну, давайте вот этого.
Showtime. Вот думаю между двумя. Вы думаете, Эль Примо? Да. Showtime. Да. Я бы не угадал. Да. Тима, еще 3 очка. У Димы 18, у папы 7. Ну, уже просто Тиму нереально догнать. Даже если папа сейчас угадает. Давайте все-таки закончим 9-й раунд. Давайте. Ну, давай. Хоть папа, может быть, еще попробует угадать. Так. Давай. Очко почета или как его? Да. Очко почета. Ну, давай. Очко позора. Ну, давай. А ну. Так тихо. Так. Ну я догадываюсь. Это этот самый, господи, тик. Да, папа, да, 3 очка. А, 3 очка, есть. Я уже сократил отставание на целых 3 очка. 5 и 10, у меня 18. Даже ну, если ты в следующий раз. Зато у меня 10. Ну, да, догнать уже Тиму нереально. Давай, 10-й финал. Ну, Тима хочет 10-го, да, игрока угадать? Давай. Ну, давайте угадаем. Давайте закончим челлендж до конца, хотя уже... Папе догнать Тиму нереально. Ну давай. Значит, слушаем внимательно. Это может быть бул. Да. Тима, да. Это бул. Ну давай еще я одного. Это бул. И Тима еще 3 очка. И 21 у Тимы. Давай еще я. Последняя попыточка у папы хоть что-то заработать. Да, хоть на скинчик какой-то. Ну, давай папе что-то, ну. Это самое, это Пенни. Нет, папа. Вторая попыточка, папа. Она смеется так же. Вторая попытка. Давай. We can do this. А, ну здесь Джесси. Джесси. Я думала, что это не Джесси. У папы 2 очка. Итак, подбиваем итоги. Итак, со счетом 12-21. Сегодня победил Тима! И я поздравляю! Поздравляю! Дашь погонять? Да. Тима сегодня победил в челлендже и заработал донат на нового бойца, на Джеки! Ребята, жмите лайк, если вы смогли угадать всех героев. И пишите в комментариях под видео, кого не удалось вам угадать. Ну, Тима, а тебе донат? Дождаться, как только Джеки появится в продаже. Я ее сразу же прикуплю. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. И будет новый челлендж! До встречи в следующем видео! Пока-пока!